Как руны исполняют желания? Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Меня зовут Апраксина Лада, вы на моем канале, на котором я уже давно веду выпуски. Я рассказываю о рунах, о Таро, об эзотерике, о жизни, о магии, о гаданиях, о путешествиях. Потому что все это всегда испокон веков, в кавычках, присутствовало в моей жизни. Так же, как и в жизни каждого из вас, с самого детства присутствуют желания. И сегодня мы с вами поговорим о том, как исполнять желания через руны. Ввиду того, что руны сейчас становятся более популярным и очень распространенным и востребованным инструментом, в сущности, руны очень просты. Это графические изображения, это символы и знаки. Я сейчас вам покажу, вот так выглядит вот здесь по кругу, мы увидим с вами руны. И это такие символы и знаки, каждый из которых обладает определенной энергией. Какая именно энергия у каждой руны я рассказываю в рубрике Руна дня. Возможно, вы уже видели на моем канале выпуски на эту тему. А если нет, конечно, просмотрите. Можете даже не подписываться. Хотя можно и подписаться, для того, чтобы впоследствии наблюдать за тем, как я даю тот самый авторский метод когда мои зрители, слушатели, ученики и участники моих программ говорят, Лада, нам так нравится, когда ты даешь авторские интерпретации. Да, действительно, я даю авторские интерпретации рун. Что это значит? Конечно, у руны есть некое классическое, традиционное значение, которое прописано и в книгах, и в интернет. Можно много где почитать и найти традиционной позиции рун. Однако я как мастер, который проживает руны и взаимодействует с ними уже много-много лет, уже около десяти лет я преподаю руническую магию, хотя я вовсе этим не хвалюсь, и у меня нет такой, знаете, гордыни или бравады, я такая крутая, а ты никто. Вовсе нет. Каждый из вас уникален, и каждый из вас что-то особое умеет и может. Так же, как и я, могу особенно преподнести значение и энергию каждой руны, которая может нам исполнять желание. Итак, сегодня у нас, кстати, очередная руна, которую мы с вами проживаем, проходим. Это руна Иса. Вот видите, она выглядит просто как палочка. Казалось бы, ну что такого? Просто палочка. И обратите внимание, что оформлена эта палочка моим образом. Это такая женщина ⁇ Зима ⁇ Леди-Зима, Снежная Королева или Снежинка. Я специально смягчаю этот образ мехами. Может быть это Соболя или, да, скорее Соболя. И для того, чтобы эта руна, называется она Иса, чтобы она не выглядела такой холодной. Ведь в сущности действительно руна Иса это лед, холод заморозка, зима, снежинка, сосулька или кристалл. Однако, друзья, сейчас мы с вами будем очень подробно рассматривать эту руну, ведь она способна исполнять желания. Так же, как и я, через разные методы, разные практики, все больше и больше продвигаюсь в моей жизни к состоянию реализованности желаний. И прямо сейчас я говорю с вами... В центре Санкт-Петербурга. Я как тревел-блогер путешествую, вы об этом наверняка слышали и знаете, если видели выпуски на моем канале. А если нет, то тоже приглашаю посмотреть. Я много интересного про интересные места интересно рассказываю. Такая тавтология трижды. Итак, друзья, я в Санкт-Петербурге, в самом центре, в очень комфортабельной такой дизайнерской студии, куда меня поселили мои давнишние клиенты драгоценные. Уже около 10 лет назад они обращались ко мне с вопросом помочь по здоровью, помочь по жизни. Тогда работа была сделана еще на том уровне моего квалификационного, так скажем, развития. И вот спустя 10 лет эти люди меня вновь нашли и вновь обратились с другими другим запросам, точнее для другого человека похожая история по здоровью, речь идет про онкозаболевание. Да, я работаю с разными э, кейсами, с разными э, недугами и заболеваниями, однако я их не убираю. Я помогаю человеку увидеть причину и убрать это ну самостоятельно с помощью определенных энергий. А энергии они нам э, часто в разных э, вопросах помогают. Сейчас мне здесь, вот находясь в этой студии, куда меня поселили, те самые благодарные уже много лет клиенты, мне очень помогает энергия другая. И это все взаимосвязано с Руной Иса. Вы, пожалуйста, досмотрите, дослушайте до конца, вы увидите невероятные возможности для исполнения ваших желаний. Итак, я на канале Грибоедова. Ровно напротив меня, вот я сейчас сижу, и я прям вижу а, купол. Казанского собора. Я, кстати, уже сделала ви выпуск видео шорт короткое о том, как выглядит это прямо вот из окна этой студии. Студия комфортабельная, но самое важное в ней другое. То, что эта студия, вот когда я выхожу на улицу, она прям на первом этаже, просто на канале Грибоедова, я выхожу, и я сразу вижу э, спас на крови. Возможно, наблюдательные мои зрители помнят, как я упоминала что э, спас на крови это мое место силы в санкт петербурге и когда я приезжаю в этот славный город северную э, столицу нашей родины я непременно прихожу на спас на крови это обязательный такой ритуал в питере потому что это место а как я его нашла как я его выявила есть особая, уникальная авторская методика, как понять, какое именно место силы в Санкт-Петербурге является твоим местом силы, куда ты можешь прийти, подзарядиться, обнулиться, перезагрузиться, наполниться и потом уже жить из этого нового ресурса. Вот по этой авторской методике я обнаружила, что мое место силы это именно спас на крови и э, представьте себе что раньше я лишь приходила сюда каждый раз находясь в разных но ну, проживая в разных местах санкт петербурга и прежде у меня ну, как бы, не было идеи даже, не было задачи такой, жить где-то рядом, останавливаясь в Питере, рядом со спасом на крови. И сейчас вот эта моя ну, такая вот мечта, даже не выраженная словами или мыслями, неосознанная, она вдруг реализовалась. Почему это стало возможным? И как это происходит, вот сейчас как раз мы об этом и будем говорить. Особенно важно об этом говорить накануне 2024 года. Который станет мега супер мощным годом для каждого из нас. Ведь 24-й год это год денежных возможностей. А деньги это и есть реализация всех наших основных э, потребностей, основных мечтаний и так далее. Конечно, не все можно купить за деньги. Однако, когда у тебя достаточный финансовый ресурс, ты и другие ситуации в твоей жизни из легкости, из ресурсного состояния быстрее реализовываешь. И 2024 год – это год, когда кто-то пройдет мимо своих возможностей, а кто-то их увидит. Однако любому будут предоставлены все шансы. И можно их пройти, а можно забрать. И теперь вернемся к руне Иса я уже с утра показывала в коротком видео, какой мягкий, приятный снег, какие снежинки кружатся вокруг фонаря, аптека улица Фонарь, как я назвала, да, там этот фрагмент видео. И возвращаясь к руне Иса, важно понять, что это действительно энергия холодная, холод. Но она имеет глубину значения, которая нам нужна для исполнения желания. Давайте вот следите за логикой. Да? Я сейчас вам прямо передаю мою вот, ну, мастерскую реализацию, что, согласитесь, довольно ценно и редко встретишь, когда вот так вот обнажает мастер свои наработки. А я это делаю каждый раз в наших с вами встречах и на Ютубе, и в личных консультациях, в наставничестве, в коучинге, которые я предоставляю, и в раскладах, и так далее. Так вот, Руна-Иса, напомню и повторю, она выглядит как просто вот такая палочка. Палочка, которая имеет э, два потока. Поток идет снизу вверх от земли к небесам, и поток идет сверху вниз от небес в землю. И, кстати, следует сказать, что буквально вчера, накануне того, как я Собралась записать вам этот урок. Мне на фестивале Косой Переулок здесь же в Санкт-Петербурге, куда я приезжаю регулярно, вы это знаете по моим выпускам. Мне одна из благодарных коллег, соседок вот, на этом фестивале, преподнесла в подарок амулет, который так и выглядит. К сожалению, сейчас не покажу его, он у меня остался на фестивале, но вы сейчас представите такая вот палочка, сверху стрелочка наверх, снизу стрелочка вниз. И она преподнесла мне его с такой, знаете, подковыркой, мол, а ты угадаешь, а ты сможешь прочесть значение этого символа, этого знака. На что я ей немедленно ответила, ну, конечно, это же двухпоточность, и нижний, и верхний поток одновременно протекает в этом амулете и дает определенный баланс, упорядочивание энергии жизни. На что она, улыбнувшись, сказала, о, отлично, ты смогла это увидеть сразу, конечно, мастер сразу может увидеть э, то, что заключено в сакральных символах, особенно если мастер с этими символами работает, а даже если и нет, даже если не работает, мастер в любом случае может считать, почувствовать энергетику. И для того, чтобы и вы, дорогие друзья, могли э, считать и почувствовать энергетику Руны Иса, нам важно представить, что вот эта вот палочка, да, вот эта линия. Она действительно символизирует два потока, верхний и нижний, и самое важное, что она делает в нашей жизни, она упорядочивает, она структурирует. Еще руну Иса можно а, сравнить с проекцией нашего а, главного энергетического канала — сушумно, позвоночник по которому двигаются как раз эти потоки, и нижний, и верхний. Вот они по нашему позвоночнику двигаются. Кстати, если у кого-то есть проблемы с позвоночником, то они как раз связаны с тем, что поток не двигается. И важно убрать эти зажимы и сопротивление. Для этого тоже есть много методов и техник. Вообще понятно, что этот основной энергетический канал и с позвоночником, и с его здоровьем, со здоровьем нашего позвоночника, Звоночника. крайне важно регулярно работать взаимодействовать и создавать вот этот поток эта проводимость она должна быть у каждого человека кстати если у вас есть какие-то отклонения затруднения напишите я подскажу вам как их устранить теперь друзья мы понимаем что вот этот поток идет в обе стороны и сверху вниз и снизу вверх и когда он двигается этот поток он начинает раскладывать по полочкам, то есть структурировать, то есть упорядочивать наши представления о жизни, наши энергии, наш какой-то опыт. Неважно, любой объем любых энергий и информации, которые есть у человека, через руну Иса упорядочивается, структурируется. При этом руна Иса часто ассоциируется, то есть одно из ее значений это заморозка, остановка, замедление, задержка, проволочка. И вот теперь давайте посмотрим. Кто-то благодаря руне Иса получит остановку и замедление паузу. Задержку проволочку. А кто-то получит кристалл, то есть структуризацию, как снежинка. Почему я про снежинку упоминала чуть раньше? Потому что это именно руна Иса строит из своих черточек снежинку. Это именно энергия руны Иса позволяет создать из воды в данном случае, да, в случае со снежинкой, такую вот невероятно красивую кристаллическую структуру, где все упорядочено, геометрично и гармонично. И э, кто-то получит вот это состояние кристаллизации, состояние мандалы, красоты, разложенности, рисунка или пазла или калейдоскопа в своей жизни. И как Руна Иса может исполнить желание? Давайте представим что руна Иса, как вот такая черточка, палочка, символизирует также отрезок вашей жизни. От начала вашей жизни до сегодняшнего, например, момента, когда вы смотрите это видео. Кстати, неважно, когда вы посмотрите это видео в ближайшие дни, либо когда-то позднее, знайте, что руна, которую мы сегодня открываем, а руна дня еще и будет чуть позже у нас, она будет с вами, ее энергия будет с вами примерно сутки с момента когда вы просмотрели это видео так вот мы берем весь отрезок жизни до настоящего момента и представляем что это такая лежачая руна иса ну как бы она горизонтальная да руна иса и а, если мы посмотрим на то что происходило в нашей жизни с самого начала то мы можем что то вспомнить а что-то не вспомнить, что касается наших с вами желаний. Желания возникают постоянно. Они могут быть маленькими, большими, исполнимыми, нереальными, невероятными какими-то вынужденными или желанными. В общем, совершенно неважно, какого сорта желания возникают внутри, как импульс у человека. Однако мы можем посмотреть, что есть желания, которые поставлены со значком галочка «выполнено» или «плюсик сделано», а есть желания, которые до сих пор висят вот в этой линии жизни нереализованными. Так вот, руна Иса позволяет структурировать все потоки нереализованных желаний и реализовать их в вашей жизни сейчас. Таким образом, чтобы у вас возникло полное ощущение двухпоточности энергии и полное ощущение, что вы та самая, ну как бы, вот эта красивая кристаллическая снежинка, у которой разложены все краски жизни, все вот такие вот потоки элементы разложены в красивую мандалу. И для того, чтобы это произошло, ребят, конечно, я э, приглашу вот тот, у кого откликается сейчас то, о чем я говорю, и ты хочешь реализовать все желания, которые были у тебя в течение жизни, это реально абсолютно возможно сделать э, в наставничестве, куда я могу пригласить тебя и приглашаю сейчас. Да, я открыла группу. Наставничество, в котором я могу сопровождать тебя вот по этим процессам. Хочешь, пиши в комментариях к этому видео. Я оставлю ссылочки на мои соцсети, ты можешь найти меня в соцсетях, написать мне, задать вопросы, сказать, что ты хочешь наставничество, почему ты хочешь наставничество, потому что возьму я не каждого, не каждого. Мне очень важно, с чем человек пришел, что он желает сделать, и если мне это интересно, я, естественно, возьму, и мы будем двигаться уже вместе, да, к достижению твоих целей, к реализации твоих мечтаний. И вот, друзья, что касается 2024 года, то же самое. Либо ты будешь заморожен, остановлен, да, благодаря вот этой энергии руны Иса, либо ты структурируешься, увидишь возможности 2024 года и заберешь их и реализуешь. Вот такая моя авторская интерпретация руны Иса для вас. Сейчас я беру вновь колоду Руническая маска, лада, это моя колода. Автором, дизайнером и оформителем этой колоды студия Зухра выступает, а автором системы и системы мантики выступаю я. Я сейчас выступаю, я сейчас тогда выступаюсь. Очень люблю выступать перед вами, друзья, потому что это моя миссия. Я понимаю четко, что я получаю знания, навыки и опыт, как проводник передаю это все людям и огромное количество людей, больше 12 тысяч учеников у меня в моей школе за годы практик, а уж клиентов и подавно не счесть. Хотя я, конечно, не супер-супер пока еще известная и мега популярная, но определенная а, степень известности и популярности у меня уже, конечно же, есть. Так вот, друзья, Выступать сейчас особенно не буду, а просто достану из этой колоды карту, которая с нами, у нас с вами станет руной дня, руной на день. И, друзья, это руна Вуньо. Вот как мы верим, конечно, в совпадение, как э, только что, о чем мы говорили. И у нас становится руна Вуньо на процесс. Эту руну мы уже с вами изучали и рассматривали в моей рубрике «Руна дня». Это руна радости, счастья, процветания. Это руна удовлетворенности и веселья. И, конечно, в сочетании с руной Иса, в том смысле, в котором я сейчас вам интерпретировала руну Иса, руна Вуньо, она нам не просто обещает радость и счастье, но и открывает поток этой энергии. Следовательно, с того момента, как ты смотришь этот выпуск, в течение суток напиши мне в соцсетях. Неважно, ты можешь ко мне не обращаться за платными какими-то услугами и консультациями. Ради Бога, живи, как ты живешь, это твой выбор. Однако сейчас у тебя есть шанс. Тренируйся, не проходить мимо, так же, как и в 2024 году, чтобы ты э, забирать э, можно было в твою жизнь все возможности. Вот потренируйся прямо сейчас. Напишешь мне в соцсетях, я тебе дам какой-то подарок из моей школы по твоим ситуациям, по твоему запросу. И это будет реальное что-то полезное для тебя, что позволит тебе улучшить твою жизнь прямо сейчас. А прямо сейчас, друзья, я завершаю нашу с вами встречу, потому как спешу уже на второй день фестиваля Косой Переулок. И единственная моя просьба, вот это по-настоящему просьба сейчас, поделись этим видео с другими людьми пожалуйста, не подписывайся на канал, не ставь ни лайки, ничего не делай, никакой активности. Только поделись этим видео, пожалуйста, со своими друзьями, чтобы и они разобрались, как это можно применить в их жизни. На этом все, дорогие друзья. Вам миллион плюсиков в карму, тем, кто поделился этим выпуском со своими друзьями. Я желаю вам прекрасного времени жизни, реализации всех предыдущих желаний и накопления новых шансов и возможностей для исполнения ваших новых мечтаний. С вами была Апраксина Лада из центра Санкт-Петербурга. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!